Последний месяц года стал еще богаче на праздничные даты. Теперь ежегодно в России будет отмечаться День волонтера. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Данный указ уже опубликован на официальном сайте правовой информации. День добровольца, или как его еще называют, День волонтера, активно отмечается во многих странах, но в России его отметят впервые. Многие задаются вопросом, почему и для чего все больше людей с неподдельным энтузиазмом занимаются безвозмездным трудом. Попробуем разобраться. Когда прочитала сообщение о том, что Путин подписал указ, для меня вот такая первая эмоция была: неужели? Просто потому что я радуюсь, что пока, вот сколько-сколько потихонечку начинает в России развиваться волонтерство, добровольчество. Изучала опыты других стран, ездила на гастроли в разные страны, и там на самом деле это нормальное совершенно человеческое явление. У нас, к сожалению, пока вот мы на стадии становления только еще. 5 декабря – это день, когда вся Россия славит мощь добровольческого движения. Как признается один из ярких представителей волонтерского движения Гульфия Мутугулина, добровольчество стимулирует креативность, черпает силу в наших чувствах и эмоциях и ведет волонтеров к тем, кто больше всего в них нуждается. Некоторые задают самый популярный вопрос – это сколько тебе платят? Друзья, волонтерство – это бесплатно, это именно от души, это именно для души. И такой труд невозможно не заметить и не поощрить. В преддверии нового праздника добровольческий проект «Я добротворец», руководителем которого является Гульфия и по совместительству ведущий нашего телеканала, выиграл грант размером в 100 тысяч рублей. Это случилось. «Я добротворец» – лучший добровольческий проект в сфере культуры Российской Федерации, отписала Гульфия в своем инстаграме. Мне посчастливилось стать финалистом конкурса «Доброволец России» в номинации «Волонтерство в сфере культуры». И вот только сейчас, вот буквально пару минут назад, случилось такое, что написали, что у нас должен был праздник быть 2 дня, 4 и 5 декабря, а сейчас еще и 6 декабря будет праздник, то есть 3 дня мы будем отмечать этот праздник. Планируется приезд знаменитостей в разных сферах, конечно же, наших государственных деятелей. И очень здорово и приятно, что теперь волонтерство выходит на более высокий уровень. Неоспоримым подтверждением всего вышесказанного служит поистине неоценимый вклад волонтеров в проведение таких масштабных мероприятий, как Универсиада в Казани, Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи и многое другое. Потратить свое свободное время каждый из нас может двумя способами – с пользой и без. Извлечь пользу из потраченного времени поможет волонтерская деятельность. Найти единомышленников и способ реализации собственного неравнодушия и чуткости не составляет особого труда. Просто оглянитесь вокруг. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универньюз.